Приветствую всех, друзья! И перед началом этого видео я бы хотел провести, как всегда, свой мини-денежный конкурс. А это на 300 рублей, и ваша задача набрать 500 комментариев. Условия очень простые, а результаты, как всегда, в моей группе ВКонтакте по ссылочке в описании. Ну а мы начинаем, погнали! Всех категорически приветствую, дамы и господа, у микрофона, как всегда, Бух, и мы на сайтике Fuck Gabe. У нас 2700 рублей на балансе, все по стандарту, все по классике, есть бесплатные конкурсы, где не надо проходить никакие регистрации, где не надо никакие бонусы, ничего, то есть никаких ников в стиме, просто регистрируйтесь на сайте в два клика, вводите эту ненавистную капчу, и у вас появляется абсолютно уникальная возможность выиграть любой рандомный скин. И, по-моему, как я заметил, раз в 24, нет, даже меньше, раз в час. Раз в 60 минут у нас проходит конкурс. И вот тут нам можно посмотреть, кто играет, кто участвует. Также здесь есть спин-бонус, который я, кстати, только что увидел. Ни хрена. Так, сначала выполни задание. Как это работает? Экстра-бонус? Что? Ага, то есть здесь можно оформить подписку на телегу, на инсту, по рублику подкопить. Здесь можно подписаться на паблик, на рассылочку и получить экстра бонус. Как вы думаете, что дается в этом экстра бонусе людям, которые выполнили все условия данного сайта? Вот мне очень интересно, но на ролике я это делать не буду. А может быть и сделаю, если вы наберете много лайков, если будут комменты, пройди вот эти задания. Давайте посмотрим в следующем видео, что дает этот так называемый спин бонус. Мне уже стало интересно. Что я хочу сказать вам, пацаны? Есть ежедневный бесплатный бонус. Для того, чтобы получать ежедневный бонус каждые 24 часа, необходимо добавить FuckGabe к своему нику в стиме или пополнить баланс на сумму от 150 рублей. Либо вы депаете, но у меня баланс остался старых роликов, я на этот ролик не депал, у меня, скорее всего, сейчас не будет вот этой темы, и ника у меня тоже нет. Значит, вам подойдет вот эти два варианта, как и мне, как и любому человеку, то есть уже три системы халявы насчитал на сайте. Ну, что сказать, развивается сайт, ничего не скажу, красавцы. Вот этот промокодик еще есть, ребят, который должен работать, мне кажется, да. Промокод на 100%, блин, то есть ты прикинь, ты 100 тысяч депаешь, и у тебя сотка в подарок, то есть ты уже гарантированно открываешь на 10 ножевых больше. Мне кажется, это какая-то читерская возможность, и такой промокодик есть только на моем канале, друзья, вы можете его использовать, пока не разобрали. Ну что хочу сказать, можем начинать, погнали, 5 кейсов АВП. Не знаю, что нам сулит этот сайт, что сулит эта серия, но я думаю, что-то обязательно хорошее будет сегодня, иначе смысл жить, да, без что-то хорошего. Кстати, администрация сайта, если каким-то боком вам ролик этот кто-нибудь скинет, или, может быть, в паблик себе выложите, было бы приятно, там подписчики мои скинут, может, вы все-таки это, добавите апгрейды. Всем с интереснее с апгрейдами играть. Мне вот точно. Не знаю, подписчики, а как вы считаете? Апгрейды это тема, или все-таки на этом сайте они будут лишними? Мне кажется, что это прям будет хорошо, если администрация FuckGabe добавит сюда апгрейды. Но, конечно же, выбор за вами, выбор за FuckGabe, но я бы посмотрел на это, как бы они выглядели, как бы они их здесь обрисовали, и было бы прикольно. Так, ну по тихой грусти на 40 рублей мы окупились, на 8 рублей окупились. Главное, что не в минус, на 25 окупились, помаленечку. Ага, вот и минус пошел маленький, но ладно. О, ладно. Так, помню, когда на сайте 150 онлайна было, сейчас уже под 400. Слушай, ну годнота, что сказать. Развиваемся, ура, не стоим на месте. Короче, стоим, не стоим на месте, давайте продадим. У нас 1900 на балансе. Блин, а ну удастся ли мне когда-нибудь поднять больше? Так, ладно, давай откроем один раз Wiz из Спарта и проверим, что он нам выдаст. Давай. Блин, между Killmit Confirmed, между Wildfire Skulls выпадает. Скунс. Что? Какие 600 рублей она стоит? Вы чё там? Нифига, точнее 400, да, там вроде было. Чего? Синева так дорого стоит? Ладно, Skull Cruise, Cruiser, Crusher. Блять, что у меня с английским? Надо учить. А, ну слушай, пока что вроде идет помаленечку в окуп даже, поэтому можно продолжать и даже рискнуть на 5 open скинов, open спинов. И... Херон выпал. Вот все, что я могу сказать. 1196. Блин, минуса. Не-не-не, ну какие минуса? FuckGabe, я тебя умоляю, братишка. Давай без минусов сегодня, братик. Shell of Grave. Ага, добрый вечер. 1200. Ну что ж, на все деньги? 1400. Ай-яй-яй-яй. Ну, блин, на этот кейс нам не хватает. Во, 66 рублей. По идее, он не так дорого стоит, а как мы знаем, FuckGabe славится своими окупами именно на вот этих вот дешевеньких кейсах. Давай. Ну, пожалуйста, сыграй что-нибудь. Хоть ради ролика-то, ну, 630 рублей. А, минус.
Минус. Блин, ребят, походу сегодня минусовая серия. Я не знаю даже, что нам сделать. Может быть, контракт? Давай проверим, как вообще контракт работает. Давненько не заходил вообще на FuckGap. И, в принципе, давненько не тестил контракты. Вот это вот плохо, надо потестить. До 2,5 может выпасть. Ну? 150 рублей! Да ты рофлишь. Ну все. Спанч Боб Сквепен. Давай, давай. Я фанат этого мультика, давай. Не подведи кейс. Ну, пожалуйста, ну. Ну что же ты такой? А, Посейдон, он был так близко, но так далее. Кстати, не понимаю, но окуп. На все деньги открываем Спанч Бобет. Спанч Бобет, что? Как он называется? Как они это... Так, тайная, тайная выпадает. Ага. Ага, Спанч Боб Сквепен, пацаны. Лайк, если вы тоже в детстве смотрели Спанч Боба. Помните этого Патрика еще и Сквидварда вот этого грустного? Окрасьте краба, о господи. Лайк, если до сих пор смотришь. Как бы, давайте комментики, я жду вот эти вот комменты Рофл. Я их буду лайкать, потому что комментики я захожу частенько читать. Поэтому можете что-нибудь написать, мы все вместе с вами порофлим. Так, ну и также еще конкурсы проходят на комменты. Также мотивация-то огромная. 2000 рубликов подняли. И можем себе позволить на данный момент открыть 20 раз кейс Спанч Бобет. Ну вот, Спанч Бобет, и все на этом. Tranquility. И, бляха, муха-цикатуха, ребята, извиняюсь за мой французский, но это мало. Ну что остается делать? Остается открывать вазелин кейс 10 раз. Блин, ну что-то непонятное. На самом деле мы по большей части весь ролик-то подсасываем, немножко отсасываем, бензинчик-то на заправочке, да? Хотелось бы все-таки заправиться по-нормальному, чтобы в плюса выйти, 700 рублей. Так, ну вот хоть какие-то плюсы пошли. Человеческие или не очень. Во. Так, ну это минус, кстати. 800, давай попробуем сразу в контракте. Все-таки я еще верю в любовь с контрактами на FuckGap'е, так скажем. Верю в то, что они могут что-то дать или окупить. И... Ну, вот моя вера потихонечку в господа FuckGap'а. Ну, как бы вот... Да. COVID-19. Ребят, на самом деле пандемия никуда не ушла. Поэтому все так же масочки, все помним, да? Что? 1300 рублей, блин. Ну, спорно. FuckGap, братан. Я с тобой в хороших отношениях. Ты мне часто окупал. Кто не видел, посмотрите прошлые видеоролики, так скажем. Все вроде у нас шло неплохо с тобой, братан. Ну, а почему? Почему вот сейчас-то все пошло не туда, куда надо, да? Косарь. Ну, блин. Ну, давай. Равняй шансы, братик. Никаких 700 рублей. Что творишь-то? Вот так. Очень спорный видеоролик, ребят. Пишите по 10-бальной, насколько здесь дроп выпал. От 1 до 10. Мне кажется, на четверочку сегодня. Слабо. Ну, признаться честно, я ожидал лучшего. Ну да, мы вот чуть-чуть окупаемся по пару соток, а потом резко пару соток в минус. И баланс стоит на месте, блин. Как наша жизнь в России, да. Что сказал? Меня посадят за это? Ладно, сори, ребята, я пошутил. Давай. Аквамариновая месть, ну давай ее заберем, пожалуйста. Пацаны, сколько она будет стоить? 1200 рублей, все. Калашик забираем. Да, мы в минусе, да. Мы отсосали сегодня у FuckGap'а. Ну бывает, ну ничего. Так, а может не отсосали еще? Как бы я, может быть я погорячился. FuckGap'е, стой, амбус. Ну что ты, FuckGap'е? Не расстраивай батьку, ну. О. Так, блин, ну что ж такое-то, вот так, еще, блин, еще сказал, во, Спанч Боб, вот кто так много еще будет открывать кейс Спанч Боба, только я. Окей, давайте делать контрактик и уже будем заканчивать данный видеоролик, поскольку, ну, меня уже утомил этот сайт, надо уже забирать все нахер и выводить. По идее, ребят, промокодик на 100% депозит в описании, ну ладно, в итоге вот такую вот серию мы завершаем. 2 скина на вывод. Спасибо за просмотр и пока-пока.